это футбольное воскресенье погода задалась самая что ни на есть питерская. Сыро и холодно. Поле, конечно же, мокрое. Но это не помешало нашим футболистам. В самый разгар дня на северное поле Есенина 24 вышли Виит и Пятишка Скуэт. Команды были настроены на серьезную борьбу. И в первые же 5 минут матча решительно обменялись голами. Команда достойная, достойный соперник. Дали достойную игру. Соперник хороший. Парни играют очень хорошо. Но они по праву занимают первую строчку сейчас в турнире. Мячом в первом тайме команды владели примерно одинаково. Но Виит оказались точнее в ударах, что позволило им завершить тайм с преимуществом плюс 2. Команда Пятишка Скверт после пропущенных 3 мячей немножко растерялась и, наверное, запаниковали. Второй тайм оказался богатым на голы. Только за последние 2 минуты мяч 4 раза попал в сетку. На протяжении второй половины игры Пятишки отыграли только 2 мяча из пропущенных 4. Напор есть. Хотели побеждать, но не получилось. Получилось все, как и планировали. Выиграть 2 матча, остаться без поражений. В принципе, наши планы все выполнены. На ура! 7-4. Матч завершен в пользу Виит. Болельщики победителей ликуют, но, скорее всего, где-нибудь дома или в другом теплом месте, потому что холод и сырость заставили их остаться там. Пятишка Скверт идут оттачивать технику, а мы прощаемся с вами до следующих выходных. Анастасия Мироненко, Павел Стратулат, специально для студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга.